Привет всем, кто смотрит музыкальную конференцию ИМИ. Здесь участники музыкальной индустрии делятся знаниями и опытом. Сейчас у нас в гостях находятся Гриша Атохин и Вадик Селезнев, авторы YouTube-канала Chicken Curry. Будем говорить про клипы. Короче, хочешь с вами поговорить про клипы, про видеопродакшн, немножечко про YouTube? Это то, что всех интересует. Да, всех интересует. Особенно начинающих музыкантов. Первый вопрос такой. Должны ли клипмейкеры и, в принципе, люди, которые занимаются креативным продюсированием музыкальных видео, разбираться, собственно, в музыке? Есть определенный, так скажем, музыкальный вкус у каждого человека свой. И, ну, я думаю, надо симпатизировать хотя бы отчасти тому артисту, для которого ты снимаешь видео. Ну, может, Андрей имел в виду разбираться в музыке, в смысле, в структуре композиции, это там, в том числе, где припев, да. Где куплет. Да, да. А, ну это тоже полезно. Это полезно, пожалуй. Ну, за свою деятельность приходилось писать, ну, песни, и в том числе с нуля, ну, не для себя, а там для разных проектов. В том числе коммерческих. Ну, типа как для рекламы там или типа того. Вот, ну просто музыка такое, конечно, явление, оно такое эфемерное, не знаю. Ну, в первую очередь нужно получать удовольствие, ну и вот мы, например, чаще всего работаем с пародией, например. Если мы пытаемся спародировать какой-то жанр, нужно примерно понять его структуру, как там, не знаю, ведь отличается, допустим, рифма классического хип-хопа от трэпа или мамбл-рэпа или от рифмы в поп-музыке или от рифмы в эстрадной советской песне, даже слова там, да. Ну, это мелодика и все такое, да, ну, то да. Есть, соответственно, нужно как бы в этом немного разбираться. Если... Нет, мое мнение совпадает, но я меньше разбираюсь в музыке, чем Вадим больше. В структуре во всем этом, в пародировании. Я больше по вкусу, вот нравится, не нравится, все как бы проникает в тебя музыка или нет, вот и все. Всегда надо знать, где сильная доля. Для того, чтобы сделать клип, надо понять, вот здесь сильная доля, да. Здесь должно быть что-то яркое, да. Когда хронометрируешь клип, тоже там смотришь, что у тебя там. Первый припев, там, первый куплет, 30 секунд, припев там 15 секунд или 30, и все. И ты так выписываешь примерно сценарий, историю, чтобы она ложилась. Потому что если ты напишешь дофига в начале какой-то въезд, тебе придется делать его там без музыки или что-то такое, либо он будет слишком огромный. Конечно, надо всегда... Либо не акцентирован. Да. То есть ты сценарий, историю пишешь под акценты в музыке. Не, ну по-любому мы чего-то не знаем, поэтому мы даже не можем задать правильный вопрос, что такое там, не знаю. Это, вот я сказал про структуру, потому что там типа куплет, припев, бридж, там что еще. А, я когда, например, узнал, что такое модуляция, я стал получать от этого больше удовольствия. Смотри, я не знаю, что нет, такое. Я реально, когда меняется тональность. Я реально стал получать от этого больше удовольствия при прослушивании. А когда узнал, что такое крещендо, еще больше стал получать удовольствие. Когда знаешь, ну типа точно слышишь, что это крещендо. Да, да. Крещендо — это что-то громко-быстро? Нет, постепенно нарастание динамики. Темпа. Или темпа, громкости. Громкости, да. Супер. Я примерно знал. То есть не надо. И если ты знаешь это понятие, вот ты слышишь, короче, его в треке или в музыкальной композиции любой, ты прям такой, да, ты знаешь, это да. Крещендо. А ты знаешь, что где-то, самое главное, что ты знаешь, где-то это сработало, у кого-то там это сработало. У кого это сработало? В веке 18-м. Вот сейчас ты в начале-то, ну, конечно, разумеется. Угу. Ты сказал, Гриша, что это помогает хронометраж рассчитать. А вот у современного клипа есть какой-то оптимальный хронометраж? Есть ли какое-то там, не знаю, ну, примерное там золотое правило, или это все заблуждение? Ну, раньше еще было. Богемская рапсодия, которая сколько, 6-7 минут, да? Да. Сейчас в основном минут 20. 5-20. Опять. Мне кажется, как-то так. Неважно. Сейчас, по-моему, клипы делают типа припев, куплет-припев, короткий куплет и припев. И это где-то убирается в 2 минуты. То есть 2 минуты сейчас хит, который не выключат у тебя там на стримах где-то. Да, TikTok — это только часть там 15-30 секунд.
Вот, оптимальный. Вот мы всегда, мы в «Вечернем Урганте» какие-то пародии, когда делаем, какие-то свои или там, ну, пародии, да, перепеваем, какие-то известные хиты, мы всегда пытаемся уложиться в минуты в полторы. Вот, это достаточно для того, чтобы понять скетч, то есть не устать от него. И... Вот я думаю, минуты две. Вот. Но если у тебя клип, например, 3 минуты, это уже надо побольше событий туда, это будет уже подороже снимать, еще что-то. Ну, раньше была задача обосновать людям приобретение альбома. Понимаешь, они покупали пластинку и хотели провести часа полтора за ее прослушиванием. Сейчас у тебя задача просто вот один раз зацепить внимание человека там на, блин, хоть на 30 секунд. Все, чтобы тебя запомнили, тебя репостнули. Ну, а вот, условно говоря, да, вам приносят песню, предположим, группа «Кремсода» приносит песню на 5 минут. Вот что вы будете делать, чтобы как бы зритель не потерял интерес в процессе просмотра? Думать над историей. Во-первых, надо посмотреть на, эту, на этот трек. Угу. Не теряешь ли ты к нему интерес, пока слушаешь? Угу. Если нет, если пацаны уверены в том, что все классно, им, не знаю, их какие-то менторы, продюсеры там или кто... мнение людей, которые они там типа уважают, сказали, что все круто, мы будем действовать в этих предложенных обстоятельствах, вот и все. Потому что мы им доверяем, это наши друзья. Вот. А так мы... Их треки мы берем безусловно, потому что это друзья. Если придет какой-то другой человек, с которым мы не знакомы, принесет песню, естественно, мы все будем оценивать его, думать, нравится, не нравится, хочется ли нам с ним коллаборировать. Вот, будем просто. И можем ли мы ему что-то предложить вообще? Вот. Может быть, ему и не нужно от нас вообще ничего. А сторителлинг почему вообще важен в клипах? Ну, по-вашему, можно же, например, снять какие-то абстрактные видео, там, не знаю, где что-то мигает и так далее. Основная задача видеоклипа — это, так скажем, создать некий запоминающийся образ. Это было, я уверен, что и в 70-е, 60-е, там, ну вот в каких-то mm-hmm. зачаточном состоянии. Но в сущности к этому просто есть разные подходы. Вот и все. Есть просто какое-то некое авторское видение. Вот и все. Ну то есть мы, поскольку мы, ну я не знаю, вот допустим Таня Мунинья, да. Она прекрасно снимает танцевальные клипы. Наверное, лучше всех. И она в своей деятельности хороша, как никто. У нее сценарий небольшой. Мы видели ее сценарий, потому что Гудков с ней работал. Она пишет небольшой сценарий. Остальное все она дорабатывает за счет вот этого. Чего? Постановки, ну, хореографии. Ну, типа, да, у нее в основном образы. Хореографии, да. У нас Рома Ким так пишет. Да, ну, то есть мы пишем просто по-другому, вот и все. Потому что мы сценаристы, поэтому мы любим рассказывать истории. Каждый перетягивает на себя чуть одеяло. То есть, допустим, когда к нам приходит, например, вот, Федук, да, они сделали сейчас с «Кремсодой» альбом. Вот они нам предложили, типа, давайте снимем клип. По сути, Федук до нас снимал любые клипы, просто абстрактные, красивые, где он на фоне природы стоит. Да. И это все как-то работает. Да? Его машина, машина сбила, да, где дело. Хлопья летели наверх. Да, да, да. А потом так. Вот. И у нас всегда вопрос. Говорит, если люди хотят с нами работать, значит, нам надо тоже им что-то дать. Мы же не думаем образами. Если создается какой-то образ, который что-то несет, окей. Но это должно быть в рамках истории и логически обосновано. Для меня важно все логически обосновать. Допустим, у нас есть в команде Рома Ким, угу. который снимает примерно ну, вот, стилистики таких фэшн, фэшн-историй, фэшн-режиссеров, там, всякими образами. И я всегда говорю, что если, Ром, мы работаем, например, для... как бы в стилистике чикен-карри, давай к этому подходить, там, типа обосновывать. Вот ты вначале обосновал, а потом делай эти образы, чтобы они работали. Я думаю, что это еще основывается. Не знаю, как это объяснить. Нет, я думаю, что это еще основывается. Вот нас смотрят молодые музыканты и люди, интересующиеся музыкальной индустрией. Да. Так вот, просто выпишите 10 клипов ваших любимых. Вот как выглядят ваши любимые 10 клипов примерно. Я обожаю клип, допустим, «Саботаж».
Ну, да. Замечательно. Песня и так работает, по большому счету. Ну, то есть она, когда они первый раз ее сыграли, Beastie Boys, ну, то есть там все просто, не знаю, скакали невероятно. Это был, типа, сюрприз такой. А с клипом, где они полицейские, все такое олдскул, короче, есть, ну, типа, как трейлер, короче, олдскульного полицейского сериала. Это же круто. Ну, или там, допустим, Body Moving, или... Вот недавно мне очень понравился клип у этого, у FK Twigs, Sad Day. Можно сказать, что там есть как раз-таки вот то, о чем Гриша говорил. Соединение образа и сторителлинга. Это в кафе? Да, в кафе. Подрались на мечах. Все такое, прокололи друг друга. Ну, типа, убили друг друга, мальчик, да, начинается девочкой. С банальной бытовухи, да, с такой же, типа, они конфликтуют, парень, девушка конфликтуют в кафе. И они это... не конфликтуют, они сразу дерутся, но ты понимаешь метафору, ну, что да, они ну, ругались это... в кафе, это они логично. Ругались на улице, ругались потом в квартире, так ругались, что, короче, прибили любовь друг к другу. У нас по такому же принципу существует клип «Никаких больше вечеринок», то есть это обычная бытовая история, где мужчины едут на рыбалку, и там уже происходит что-то уже странное, да, какая-то абстракция. Хотя она тоже обоснована, если мы будем вдруг об этом говорить. Когда к нам приходят с клипом, давай, мы же должны их чем-то удивить. К нам приходит музыкант, дайте вам музыку, держите музыку, сделайте что-нибудь. Они же могли пойти к Худякову, там еще к кому-то. Худяков снимает как Худяков. Вот. Мы хотим чем-то удивить, чтобы от нас что-то была какая-то отдача. Например, как была история с «Плачу на техно». Это клип, от которого мы... Это трек или клип, от которого мы не ожидали ничего. Мы просто хотели его снять на коленке, чтобы был, ну, вот контент и контент. Парни сделали прикольный трек, нам он понравился. Мы думаем, надо что-то простейшее сделать. Вот. И мы сняли... Если бы они принесли нам этот трек и сказали, сделайте нам клип, пацаны, то мы бы, наверное, заморочились, и это было бы что-то другое. А этот клип, он гораздо проще. Когда мы снимаем себе, например, у нас есть там, не знаю, у Гудка есть там интро к «Лиге плохих шуток», песня «Лига плохих шуток», где мы просто пошли, мы написали сами трек, пошли в лес, и нам пофиг, что получится. Мы просто снимаем Саню, где он валяется в листьях в осеннем лесу. Все. Тоже почему-то люди считают, что это какой-то прикольный трек, прикольный клип. К нам, у нас даже Дусь про него спрашивал. Думаю, блин, что, ну, обычно, все обычно, что в этом такого? В общем, главное, круто получается, когда ты делаешь безответственно, конечно, но круто получается, когда ты с ответственностью подходишь. Вопрос-то был про сторителлинг, почему он нам так важен? Мне не так важен сторителлинг, но дело в том, что если я выпишу, там, не знаю, 10 или 20 своих любимых клипов вообще, какие есть. Ну, скорее всего, в каком-то том или ином роде она будет присутствовать. Просто, значит, она для меня важна, просто потому что мне это нравится. Смотря что к чему подходит. Вот, например, Джонни Комета. А там про что? Там про комету. Там про то, что летит комета. Причем про астероид. Осталось... Астероид и комета — это разные вещи. Осталось людям немного на Земле, но вот они, короче, влюбились, у них совсем немного времени. Время, так скажем, против этой влюбленной парочки. И им осталось что делать? Либо грабить магазины, либо там погибнуть в наркотической яме, чтобы ничего не видеть этого. Подожди, вот, накидаться антидепрессантов, потому что настроение ужасное, падает этот астероид. Не, комета. Вот. А комета может уничтожить Землю, да? Потому что колесо — это тоже комета, которая уничтожает Землю. Ну, если большая, наверное, большая комета может. Комета, да? Вообще комета — это же лед всякий. Ну, то есть здесь есть, мы можем сказать, это прямая связь. Ну, то есть мы прекрасно все понимаем. Астероид песня твердый, называется «Комета», и клип тоже про комету. Но, как бы, истории-то немножко тоже разные в песне и все такое. Здесь мы можем найти более прямую ассоциацию. А никаких вечеринок, там, я не знаю, или еще более такая... далекая ассоциация с кометой и с девушкой, которая мстит. В песне «Комета» мстит жителям Земли за их грехи, алчность, там, не знаю, грехи, алчность, ну, и прочее. А в клипе девушка, как комета, уничтожает, там, не знаю.
Ну, то есть какая-то ассоциация все равно есть. Прямой, то есть есть клип Филиппа Киркорова, как он называется? Стеснение пропало. Стеснение пропало. Вот там все прямо. А, все вот, прямо и да. Понятно. Визуализация практически каждой строчки. Это тоже как бы такой ход. Он тоже может быть. Но вы не фанат такого подхода. Да не почему, может быть и такой ход. Ну, можно и так сделать, но почему нет? Но потом, конечно, за это бывает стыдно. Ну, обычно ты это делаешь, когда ты вот начинаешь играть в какой-нибудь КВН, вот в первый год КВН вот такое делаешь. Потом нет, уже... в зависимости, понимаешь, какие строчки еще у песни могут быть. Допустим, там, не знаю, предчувствие гражданской войны у этой, у ДДТ. Ну, там, я не знаю, давит сапог, короче, там, эти какие-то черно-белые кадры там и все такое. А сапог давит что? Чего-то там, короче, давит, не знаю, какая-то картина в стиле Дали, где там, не знаю, костлявая рука сжимает сосок. Ну, типа анимация такая. Ну, то есть... Как и в какой-то момент вы понимаете, что видео, значит, станет популярным и классным, и зайдет всем? Ну, не знаю. Вот как было последнее с Чао 2020. Ну... было не особо понятно, что у нас получится, потому что делалось все достаточно быстро, в сжатые сроки. Но вот когда мы получили первую демо-версию на итальянском языке от Артика и Асти, мы творческим коллективом поняли, что это звучит прикольно. И что, не знаем мы еще до сих пор, ну, там, на тот момент не понимаем, будет ли смотреться вся программа, то, что между, там, будет ли она нормально восприниматься, но сами по себе музыкальные номера будут удивлять. И в этот момент, ну, мы как-то уже успокоились, что это работает. А удивлять 5 минут или 30 минут или все 50, непонятно. Мало ли что тебе напишут, может, это невозможно смотреть час на итальянском языке. Вот мы смотрим, потому что мы это писали, мы это проживали, мы примерно знаем, что они говорят. А зритель, который первый раз смотрит, он же не понимает, он не будет субтитры читать. И, разумеется, невозможно предсказать, что это видео попадет в итальянские тренды, что это будут писать они газеты, рассказывать там местное телевидение, там еще такое, что-то такое. Вот, ну, какую-то... В общем, не понимаю. Например, никаких больше вечеринок для нас было, ну, приятной неожиданностью, что оно там набрало сейчас уже там 13 миллионов просмотров. Я думаю, какая-то вот, типа, так скажем, вот эта виральность, на нее можно рассчитывать, но быть уверенным в том, что это прям на 100% сработает, это, ну, достаточно самонадеянно, мне кажется. То есть, например, в «Комету» мы верили чуть больше, но я согласен, что она нам меньше гораздо нравилась на монтаже. То есть мы видели, что в этом клипе есть недостатки, там не хватает именно вот страданий главной героини, да, что он типа ее угнетает, и за это она как бы его убивает. Нельзя говорить убивает. Она его не убивает, она... Мне не хватало там обоснования, зачем она вообще пришла. Не, ну он ее выбрал, это потребительское отношение мужчины к женщине. Не, а что она пришла-то вообще туда, на этот кастинг? А, ну она падшая, да, получается. Это по клипу. А я себе видел предысторию так, что, короче, когда она была маленькой девочкой, ехала, короче, она в машине. И представь, пьяный Дед Мороз, представь себе, пьяный Дед Мороз бухает, короче, это виски, он же там виски пьет в клипе. Он летит в этих санях, засыпает и чуть-чуть такой снижается, и оказывается на уровне обычной дороги. И сталкивается в лоб, короче, с машиной. Оба родителя погибают, а на заднем сиденье маленькая светловолосая девочка. Проходит время, чик-чик-чик-чик-чик. Вся вот эта история клипа, она пришла на кастинг, бла-бла-бла-бла-бла. Дед Мороз, короче, она там, этот кольцо в пирожок, он задыхается. И мы такой чих, флешбэк показываем, короче, что это она и была. Но на это нет времени в первом куплете. Да. Знаешь, ну вот и все. И вряд ли Вильям Лоусон порадовался бы. Ну да, типа что она... аварии за рулем. Что она, да, специально, да, хотела его... Нет, что она специально шла его убить. А для вот... Ну, вот ты сказал, что много миллионов просмотров. Есть какая-то метрика? То есть, что, ну вот, да, вы выпустили типа клип, видите какой-то медиашум и так далее. Какая для вас, в общем, метрика, там, не знаю, в просмотрах или в комментариях, самое вот классное, сколько это должно быть? Тысяч, миллионов, сотен? Какое-то время назад мы говорили, что для нас
Что, например, если у видео больше миллиона просмотров, значит, ты не зря его снимал. Да, сейчас цифры меняются, аудитория YouTube растет, аудитория интернет, как бы, пользователь растет. Не знаю. Сейчас уже, вот, например, есть у нас проект «Подземелье», там у него 1,5 миллиона просмотров, да, средняя цифра сейчас. Блин, думаю, стоит его продолжать, не стоит, либо надо делать что-то флагманское. Потому что при этом есть ЧБД, что было дальше, которое набирает 20-35 миллионов. Это вообще, ну, дикие просмотры. Я думаю, что зависит тут от затраченных ресурсов на производство. Ну, грубо говоря, если ты снял клип за 40 тысяч рублей и набрал миллион, почему бы тебе не быть довольным этим? Да, ну это классно, да, конечно же. А если ты снял клип за 6 миллионов и набрал миллион, другие совершенно ощущения, правильно? Ну да, у меня поэтому, да, я сейчас нахожусь в таком. Из-за подземелий, да, это потому что ты делаешь их месяц, еще до этого снимаешь, потом месяц постпродакшена, что ты думаешь, блин, как... Трудозатратный проект, трудозатраты, который... да. Мы не в минусе, то есть финансово мы не в минусе, но он забирает столько сил, энергии, и ты в него всегда так... Эмоционально-психологически, да. Короче, да. Ты немножечко... А отдача, вот знаешь, 1,5 миллиона просмотров. Вроде как такой, ну, как бы топ, ну, на среднюю аудиторию. Нормально. А вы понимаете, для кого снимаете? Ну, в плане, вот есть какие-то данные, может, кто вас смотрит, или вы на это не особо опираетесь? Я всегда говорю для себя. Я всегда говорю для себя. Мы снимаем для себя. То, что мы сами смотрели. Мы с этим приходили, как бы, в это занятие. Вот мы делали все наши юмористические проекты и клипы. То, что ты будешь сам смотреть, то, что ты смотришь с удовольствием, зайдет на твою аудиторию. Аудитория же идет за тобой. Да? Вот я, как я и сказал, никаких больше вечеринок мы смотрели на монтаже с удовольствием. Прям с улыбкой, классно, все. «Комету» мы смотрели с несколько, ну, вот, несколько с напрягом. Мы еще делали так, блин, перед Новым годом, успеть. И, блин, ну не идеально, ну уж что, выпускаем. Вот так мы выпустили этот клип. И, естественно, тот набрал 10, этот набрал там 1,5. А как вы, вот, вы делаете для себя, но при этом есть же, как сказать, вторая сторона, например, это музыкант, да, там, или, не знаю, кто-то еще. То есть, короче говоря, есть еще один участник творческого процесса, от которого тоже что-то зависит, у него есть свое мнение. Вот как вы регулируете эту, так сказать, работу, чтобы было в кайф, но при этом никто ничего своим мнением не испортил? Я думаю, что поэтому некоторые, так скажем, возможные проекты у нас и не получились, потому что не произошло, так скажем, определенного, так скажем, контакта с артистом. Ну, то есть определенного уровня взаимопонимания и доверия, например. Ой, я, кстати, до сих пор в шоке, как мы смогли сделать совместный клип с Little Big. Я вообще, что Алина Пязок, я не знаю, насколько. Она была на всех съемках, она все смотрела, но она всегда держала себя в руках, говорит, я не лезу, я просто смотрю в монитор и говорю, да, хорошо, мне все нравится. Все, и вот, не, были. Это там, было достаточно, да, для нее сложно, потому что Алина Пязок снимает все клипы Little Big, да, она все знает. Все концерты. Как нужно выглядеть данные, как она, да, должен выглядеть этот артист, вот, как он будет, какую энергетику, какой вайб он должен нести для зрителя. Да. Поэтому это было для нее очень тяжело. То же самое, что если бы мы, я не знаю, смотрели, как наш проект там снимают другие люди. Вот. Тяжело было бы достаточно не сдерживать себя, чтобы сказать, что-то здесь не так. Ну, типа... Угу. Всегда что-то не так. Ну, я вижу по-другому. Вот в этом году мы вряд ли, наверное, с Little Big'ом что-то сделали. Потому что уже... Либо снимала бы Алина. Кстати, вот с Лолитой мы, например, не сошлись. Вот, мы предложили сценарий, где в Москвариуме там в каком-нибудь или в океанариуме, чтобы она плавала, типа... Среди молодых синхронисток, но она типа такая женщина со сверхспособностями, или там дельфин какой-то, еще что-то, чтобы она выпрыгивала как касатка, как в фильме «Животное», чтобы она типа была невероятной, то есть она не очень, например, смотрится в купальнике, что она такая по сравнению с ними, она чуть уже зрелая женщина, она к этому нормально относится. Но это все равно, что если бы с дельфинами плавал морской лев. Видели морского льва? Да, да, да. Он достаточно такой крупный, у него такие усы, ну, такие кривые зубы, они еще кусают друг друга часто, поэтому они в шрамах все. Но при этом он такой ловкий.
Вы бы видели, ему рыбу кинь, он такой шу-шу, раз, быстро, короче, все. Вот, и что она такая, типа, чуть престарелая солистка вот этого синхронного коллектива, да? Но при этом звезда. Да, при этом вот. Шоу, и ты держится, и ты шоу держится на ней. Ты понимаешь, почему. И вроде как даже ей и с ней Саня общался, водку с ней ездил пить. И вроде как и идея нормальная, но она начала, знаешь, там, говорит, я режиссер, я знаю, что вот здесь будет лучше так, здесь будет лучше так, тут лучше так. Не оказала определенного уровня доверия. Да. И все, и вот мы перестали. И проекта не получилось. Должен быть определенный уровень доверия. Мы видим это, допустим, в творческом союзе у многих артистов. Например, Худяков и его продакшн. Тимати, да. Да, ну, это то есть весь Black Star и вот все артисты, Тимати которые... Тимати уже не в Black Star, но я понимаю. Ну, неважно, да. Все артисты, которые из него не вышли. Мы видим творческий тоже... союз, например, удачные, там вот Ладо и Хаски, да, например. Да. И, ну, и много их еще можно перечислить. Вот, я думаю, что в таких творческих союзах получаются хороший продукт, ну, я не знаю, если это можно назвать короче, продуктом. Короче, доверие, любовь между музыкантом и продакшеном. Ну, да, определенный, да, уровень, вот, понимание. А к Римсоду не ревнуете к другим продакшенам? Каким? Ну, типа, например, вот вышел клип «Атомы». «Атомы»? Да. Ну, лучше бы не выходил. Все. Что еще сказать? Хорошо. Должны же быть причины, по которым они его сделали. Нет, я ни в коем случае не критикую. Нет, я критикую, но это как дружеская критика. Ну, Димон да. решил сам выступить. Нет, мы все это уже обсудили. Мы это с ним обсудили, да. Вот там не хватило как раз. Они это сделали, как бы, вот хотели сделать драку едой. Ну, да, обоснуй да. ты вначале чуть-чуть драку едой. Почему вы деретесь едой? Дальше деритесь. Больше ничего не надо. Ко всему надо просто вот выходишь логично, делай, что хочешь. Обоснуй. Все. Все можно обосновать. Любые преступления. А вот не, не ревнуем. Не ревнуйте, хорошо. А вопрос доверия... Если... Лишь бы это было хуже, чем у нас. Если получится лучше, будете ревновать, будете задумывайтесь, да, или что? Да пусть попробуют. Очень, очень классно. Бренды, брендовая интеграция. А как вы строите работу с брендами? То есть как вы уговариваете их давать деньги на ваши смелые идеи? Абсолютно то же самое. Доверие. Вот и все. Ты, когда к тебе приходит или ты приходишь к какому-то бренду, ты понимаешь, готовы люди с тобой работать или нет. То есть были, например, даже по нашим интеграциям, там не только в клипы, но и с клипами даже, наверное, попроще, чем с интеграциями в шоу, там вот в наши приролы. Ты сразу примерно понимаешь, какое у человека к тебе отношение. Бывает, что человек приходит к тебе и говорит, блин, классно, мне нравится то, что вы делаете, я разделяю вашу позицию, примерно ваш стиль, хотелось бы посмотреть, что вы можете предложить для нас, да, мы с удовольствием работаем. А бывает, что люди приходят к тебе с потребительским отношением, говорят, мы тебе бабки заплатили, короче, давай-ка сделай нам красиво, вот так вот, знаешь, какой-нибудь, что там? Ну, без имен. Да, нет, давай. С именами, я пытаюсь именами. Их вспомнить. Подожди, это танки, самое важное. Танки, да, танки, только не World of Tanks и не Warface. War Thunder. War Thunder, о господи, какое отношение было, чудовищное вообще. Денег в итоге заплатили? Нет, мы отказались сделали, работать мы сделали, в итоге. Мы не сделали вместе проект. Ну, их тоже можно понять. У нас была, мы им предлагали интеграцию с Гогеном Солнцевым. Но почему? Ну вот у нас такая, ну вот такая авторская у нас... позиции. Мы в итоге сделали Гогена Солнцева просто чуть позже с другими. Там. А с другим брендом чуть по-другому переписали. Но по сути там был сюжет, что Гудок в образе бабки, которая сожительствует с Гогеном Солнцевым, она играет в танки. Он приходит и говорит, какого хера ты, это прошмандовка, не прошмандовка, шаромыга, там, не сарам, шаромыжница, ты играешь, я тут типа деньги зарабатываю, ты играешь. Он говорит, посмотри, это Илюшенька, как увлекательно. Вот это банальная интеграция. Смотри, у меня открылся Ил-2, вау. Да. Они говорят, это совершенно не наша аудитория, это не наша тональность. Так вы приходите к нам, вы же приходите к нам, и наша аудитория-то это поймет. И если кто-то вдруг зацепится и захочет поиграть в вашу танковую игру, окей, War Thunder.
Наш общий знакомый Дима Нова как-то сказал такую фразу, что, значит, русскому человеку нужна драма. Он любит пофилософствовать. Да, Дима Нова. В общем, нужен минор. Вот мне кажется, что у вас как будто бы противоположное к этому есть мнение, потому что у вас все завязано, ну, мне кажется, на какой-то комедийности, да, на смехе и так далее. Собственно, почему, как вы думаете, лучше всего работают комедийные истории? Хочешь, скажи. Да. У меня есть мнение по этому поводу. Мне все понятно. Ну, скажи ты. Нельзя, короче, говорить, вот прям русскому человеку нужен минор. Типа вот то, что Дудь все время не пытается не продвигать, типа русские не смеются. Нет, нужно по-разному. Нельзя вешать вот этот ярлык, типа вот ты не... Тебе круто не смеяться, вот, а тебе классно, ты должен всегда смеяться. Нет, надо по-разному, надо играть с эмоциями, вот и все. Ты сделал здесь весело, здесь никаких больше вечеринок, это драмеди. По сути, там и комедия, но она не явная. Есть у нас вообще клипы, где есть такие явные гэги? Ну, не знаю, для Урганта мы, например, делаем какие-то музыкальные студии Гудкова. Вот, мы там делаем какие-то более явные гэги. Здесь делаем более драматичные какие-то вещи. Комета вообще кому-то, ну, кто-то не считает это тоже комедийной работой. Мне там все смешно. Я смеюсь над этим, но кто-то может над этим смеяться, кто-то может от этого плакать. Я думаю, что он вообще в целом как бы повторил просто Дима, собственно, своей репликой, ну, повторил существующую, ну, такую определенную мысль. Что вот в нашей, только в нашем русском языке существует слово «тоска», такое непереводимое слово, необъяснимое. Но это правда есть. Ну, как бы, я согласен с Гришей, что на одной ноте не поедешь. Да и зачем? Ну, вот я Димону говорю, например, вот у вас... Тоже я, может, не прав. Я говорю, у вас все композиции такие достаточно действительно минорные. Я говорю, ну, сделайте, у вас не, «Плачу на техно», оно выбивается. Почему оно стрельно? Потому что оно такое дискотечное. Я говорю, делай дискотеку, делай дискотеку. Он мне говорит, дискотеку, дискотеку. Вот наш разговор. Вот так. Ну, вот он как раз и сказал, да, что хит получается, потому что, типа, нужна драма, и вот люди, они... Это все им близко и все такое. Ну, типа, как девочка... Драма, нет, это ну, ирония. Нет, просто плачу... есть тема, в чем, допустим, вот заходит трек, там, не знаю, «Девочка, танцуй» у Артика и Асти. Ее бросили, а она не отвечает на звонки, и все, она теперь свободна и заливает свои чувства крепким алкоголем, и «Девочка, танцуй», и «Девочка, танцуй», и «Девочка, танцуй». Включите радио. Сколько таких треков да, после этого с таким же звучанием делается? Ну, потому что... Потому что людям хочется, короче, они понимают себе прекрасно ситуацию, что «О, это будет, типа, хорошо для этой, как, для дискотеки», где люди, выпившие алкоголь, переживающие определенные, не знаю, невзгоды, у каждого в жизни была какая-то драма, что они просто этот, как он, будут танцевать под этот трек, отрываться, подпевать ему. А для веселья у них есть гедлаки. Там включат, например. Или скибиди. Ну, наверное, минорам легче передать ну, сочувствие, что тебе не все равно. Да, легче эту позицию свою показать, эту эмоцию легче выразить. Показать радость, люди будут думать, может, это русские люди только? Ну, я не думаю. Да это какой-то будет... вечный спор, на самом деле. Ну, типа, да. Не знаю. Что, типа, он показушничает, он ему на самом деле не весело, он, типа, специально здесь подсмеивает. Там, например, где Харламов с Киркоровым у нас выпуск «Лиги плохих шуток», где Харламов смеется над каждым. Ну, потому что действительно смешно, что Киркоров таких слов, в принципе, в жизни не говорит. Ну, просто если, так скажем... Все про его Инстаграм. Опять же, это все зависит от этого, от авторского видения. Кто-то видит, допустим, Россию мрачной, полумистической, и, там, не знаю, или наоборот, закрытой колючей проволокой, заборами вот этими... Панельки. Которые, да, панельки, забор какой-то там, ПО-2, вот этот везде знаменитый. Или не ПО-2, ну, короче, не суть. Вот, кто-то видит такую Россию, кто-то видит ее с борта самолета, на машинах.
красивых, он с, Саня кучей, съездил. С кучей денег. Саня Гудок съездил, Гудков, Саша, Александр Гудков. Он съездил в Махачку, говорит, блин, мне так нравится, вообще, типа, мнение изменилось. Я говорю, всегда мнение меняется, когда тебя встречают, разные вещи, понимаешь? Ты приезжаешь, мне вот так же, я на репортаж ездил с Аллой Михеевой, мне также зашел Тамбов, я думаю, вот это город, нифига себе, здесь, блин, и бани плавучие, там, и как бы алкоголь бесплатный в каждом баре, очень круто. Знаешь, гостиница какая-то здесь, построили гостиницу, все такие здесь, ну, все. Вот так заходит город, и так же такое впечатление о России. Мы хотим вызывать у них эмоцию. И лучше, чтобы она, конечно, была в конце, она была позитивной. Вот и все. А, хотел спросить вас еще про вот эту артхаусность или эстетство. У вас был выпуск на Афише, по-моему, где вы спорили про это там в кадре. Очень так, ну, короче... Не активно, но, в общем, был спор, да. Как... Ну, или почему важно, короче, делать доступное все? Это спорное утверждение. Ну, вот мое мнение. Надо заработать авторитет, чтобы заниматься экспериментами. Но, с другой стороны, чтобы заработать авторитет, надо экспериментировать. Нас двигает успех. Если артхаус успешный, его поняли, то классно. Тогда он перестает быть артхаусом. Становится мейнстримом. Да, это странный вопрос. Так что тут... Ну, так или иначе, эти понятия подвижные, 100%. Ну, опять же, можно вернуться просто к конъюнктуре. Ну, если задача изначально состоит в том, чтобы заработать деньги, просмотры, то и больше ни в чем, то вряд ли тут какие-то эксперименты возможны. Тут будет скорее прямое или непрямое копирование успешного. То, что уже существовало или существует в данный момент. Если задача такая не стоит, или она хотя бы не первоочередная, то уже открывается в мозгу, не знаю, определенного творца, будь он музыкант, режиссер, там, не знаю, или писатель. Он, ну, если у него не стоит задача в первоочередной заработать денег, то открывается поле для него, для каких-то экспериментов, если первоочередное для него самовыражение в той или иной степени. Нет, но дело в чем? Дело в чем? То, что нет такого, так скажем, нет причин предпочитать, допустим, я не знаю, вот режиссеров, которые, допустим, ну вот представь себе, режиссер, который снимает, там, не знаю, для публики, или режиссер, который снимает для себя. Нет никаких причин предпочитать одного перед другим, и у того может получиться очень даже хорошо. Ну, то есть, и также с музыкой. Музыка, написанная для того, чтобы заработать деньги, она вполне себе может быть жизнеспособна и доставлять какие-то эмоции, и прочее. И это все понятно. Но она может быть и безжизненная. И также музыка, которая написана для себя, для удовлетворения своих творческих, не знаю, амбиций, она может быть как успешно, не знаю, вызывать эмоции, так и просто быть непонятой, к примеру. Я верю, что творческий процесс не заканчивается деятельностью творца. Он происходит дальше и в зрителе, слушателе, читателе. Ну, а вот вы думаете, да, ну, в целом, как бы о зрителях или нет, когда что-то придумываете? Зрители или слушатели и так далее — это очень важное звено вот во всей этой креативной цепочке. Если на него ориентироваться, можно заключить сделки с совестью, не очень хорошие. Ну, то если в область философическую какую-то уходить. Тогда с Вадиком. Нет, нет, серьезно, это обращать внимание на зрителя нужно обязательно. Обязательно нужно обращать внимание на зрителя. Можно же дойти в своих творческих поисках, не знаю, до стадии, когда, ну, не знаю, если ты хочешь, чтобы люди что-то поняли, ну, не знаю, из твоего эмоционального потока, то стоит, ну, как бы, ориентироваться на зрителя в том числе. Мы принимаем во внимание зрителя. Мы не говорим, что, типа, только чтобы мы поняли. Это бессмыслица какая-то.
Но тем не менее. Потому что это все равно, потому что мы хотим, чтобы это люди посмотрели, и тоже был какой-то отклик на это. Но в первую очередь, первоочередное мерило, это, конечно, собственное вот того, что сделано. Да. Но у нас чуть разнятся. Я вот считаю, что у меня супер попсовое восприятие того, что я вижу. Вадик чуть-чуть как-то по-другому мыслит, наверное. Он тебя больше забивает. Вадик больше погружается, вот он погружается в материал, вглубь, я по верхам. Вот я так как-то. Баланс. Ну, получается. Ну, да, наверное, да, для этого. Я вот боюсь всегда погружаться. Погружаться, думаю, блин, а что тогда, сам умный стану, что ли? Вот как тогда? А люди как? Типа это как в песне «Скриптонита», ты в один в цепях на районе, вот так, или что там, у него золото. Я в нем один на районе. Ну, вот. Я просто, это Димон делает из Крем-Суды, я обязан это носить по контракту. И кофта его тоже, публика говорит, е. Кофта, кстати, классная. Классная. И цепь тоже. Да, хорошая. Да, их две должно быть, одну ношу только. Расскажите, как вот собрать команду? Вот есть мнение, что классно работать с друзьями, да. Но не всегда друзья могут быть достаточно профессионально или опытно. Вот вы как эту проблему решаете? Ну, когда друг по работе, понимаешь, мы-то познакомились на, по сути, за работой, да? Ну, можно сказать так, за учебой, да. Ну, за учебой, да, мы обязаны были тоже друг с другом время проводить. То есть мы учились вместе. Дело в чем? Дело в том, что поскольку нас смотрят молодые музыканты. И участники музыкальной индустрии. И люди, да, интересующиеся музыкальной индустрией. Дело в том, что опыт — это дело наживное. Это же очевидно. Ну, то есть, если человек хочет снимать и хочет научиться в этом разобраться, он обязательно этому научится, если он этого реально хочет. Какой там, не знаю, если у него какой-то талант там или еще что-то, вот, важна работоспособность и желание. В первую очередь. Но если человек хочет тебе помогать на съемках, там, не знаю, ставить свет или там просто брать в руки камеру, если она у него в руках, там, не знаю, всегда, почему бы ему, ну, не дать шанс? Если у него голова полна идей, как это должно выглядеть. Если человек хочет писать музыку, он качает себе программу или, не знаю, берет в руки музыкальные инструменты, делает это. Соответственно, а если это твой друг, твой единомышленник, ну, мне кажется, творческие союзы примерно, ну, хорошо, когда они так организовываются. У этого есть, наверное, определенные минусы, там, потому что возникает кризис иерархии и прочее. Вот, может быть, гораздо проще работают системы, где определенный человек набрал профессионалов из разных областей, и они что-то сделали вместе, ну, как, допустим, делаются большие лейблы, большие, не знаю, альбомы для, там, Мадонны, там, к примеру, там же, ну, там, с каждым альбомом, там, просто выметалась команда, да, набирались какие-то новые люди, и звучание постоянно разное, только получается, что сама личность Мадонны оставалась той же самой, но развивалась со временем. Какие-то, наверное, люди там все равно были вместе. Ну и какой подход из этих, он лучше или хуже? У каждого есть свои плюсы и минусы, 100%. Представим себе ситуацию, когда нету крупного лейбла, когда нету, не знаю, каких-то команды огромных профессионалов, почему бы не взять, и если есть желание снять видео, если всем нравится, вот у тебя поет, допустим, сестра, девушка, певица, ну там, не знаю, подруга, почему бы не собраться и своими силами и не снять видео. Это же получится, если не получится из этого великолепный, там, не знаю, музыкальный продукт, это как минимум веселое времяпрепровождение. Само по себе. Ну, то есть это достаточно объединяет, есть что вспомнить потом, как минимум. И в сущности, ну, это как видео, вот. А, если друг еще рэпер, к примеру, очень удобно. Это же там, допустим, это же тусовка. Там же просто был... Можно позвать друга с машиной там и все такое. Вадик правильно сказал про то, что
И там есть плюсы и минусы. То есть ты работаешь с другом, на первых порах он инициативен, он отдается, еще что-то в какой-то момент, говорит, блин, что-то мне, типа, вот, блин, не хочется, сегодня нет настроения. И ты ему ничего, как бы, не скажешь, да? Важно, чтобы инициатива не пропадала, и всегда давать, в данном случае, когда ты с друзьями работаешь, на всех проектах, чтобы они были сопричастны, все твои люди, чтобы они чувствовали сопричастность к проекту, да, ну, если кто-то устал там, смотреть, что вот, там, на другого переключить. Когда ты менеджер, ты можешь требовать, говорит, вот ты здесь работаешь, ты по контракту, ты обязан это делать. И на первых порах, когда ты берешь новых людей, они все равно заряжены. И... Ну, а вот как поддерживать эту инициативность? Ну, не знаю, можете лично... Вот я говорю, самое главное — сопричастность. Самое главное, чтобы всем людям в команде нашей давать возможность быть причастными к тому или иному проекту. Например, если даже ты этим занимаешься, важно, например, парням отправить монтаж, показать, чтобы они высказали свое мнение. Здесь важно реально мнение. Но это действительно важно. Вот. Сопричастность. Все. Самое главное, что вот ты поучаствовал в этом проекте. С кем ты его делал. Поэтому надо миксовать. То есть мы же как авторско-режиссерская команда. То есть да-да. Вадик, я, Саня Гудков, Александр Гудков, Саша Гудков. Ну, да. Вот. Есть Андрей Шавкера, есть Рома Ки, Миш Семичев, Дим Пеляев. Вот, вот наша как бы такая вот команда. Парни больше там в режиссуру, мы больше в авторство. И то есть нам же нужны как бы исполнительные продюсеры, операторы, там, то есть, в команде ход-посты всякие, да? Художники, постановщики, ну, гафер, понятно. И эти люди всегда, как бы, относительно всегда новые. Да. Все, у нас есть пул исполнительных продюсеров, к которым мы обращаемся. Все равно всегда есть какая-то свежая кровь, свежие отношения. Ну, многим людям нужна команда. Круто работать. Может быть, и есть как бы люди, которые даже на этапе своего музыкального становления, кому вообще не нужна команда, кто многозадачен, способен много выполнять все сам, сам записать, не знаю, музыку, сам сплести, сам, короче, вокальные партии прописать и... Там, типа, просто позовет, короче, какого-то чела, который просто ему, там, не знаю, видео снимет на фоне бетонной стены, и это будет круто, короче, и это все посмотрят. Вот, ну, то есть, ну, сопричастность и работа с друзьями именно на начальном этапе, ну, я думаю, что это, наверное, или не то, что даже с друзьями, с единомышленниками, которые становятся в итоге друзьями, с людьми, которые заинтересованы тоже как-то... самовыразиться, что-то сделать. Команда всегда. Команда всегда победит, да. Да, я думаю, что это точно, ну, как бы, единственный, наверное, путь. Вот. У начинающего, вот что было молодого дальше артиста. В чем, да, успех? Что есть ощущение команды, а команда дает больше ощущения сексуальности. Понимаешь, там больше либидо идет через экран. Вот, класс. У нас, например, ну, у нас есть ощущение, что у нас есть Саня Гудков, да? Саша Гудков, Александр Гудков. Вот. Есть ощущение, что вот он один, команды у нас чуть меньше, потому что мы занимаемся как бы отдельным проектом. Вот такая у нас есть такая, например, проблема, что команда есть, но она не чувствуется, и зритель ее не чувствует. Вот. Если мы вот этот порог каким-то образом преодолеем... Да, мы вообще неизвестные лица, кто мы такие для тех, кто сейчас нас смотрит. Ну, типа, загуглить там... Расскажите, как вы относитесь к нынешней российской клиповой индустрии? Вот она сложилась вроде как. Я отношусь замечательно. Дело вот в чем. Клиповая индустрия — это та среда, в которой присутствует конкуренция. И это прекрасно. Значит, одни артисты, одни режиссеры конкурируют с другими режиссерами, показывают себя, демонстрируют зрителю, и зритель уже выбирает что-то. Вот. Это не к вопросу ротации на музыкальных станциях и трендов, ну, трендов там и все такое. Просто есть конкуренция. Она присутствует. Угу. К сожалению, сейчас просто... Ну как, может, и не к сожалению. Сейчас не обязательно снимать клип, ты можешь в ТикТоке, в сторис снять. То есть клип, как мы и говорили в начале, раньше, если вы это оставите. Клип, он нужен для формирования образа артиста. А формирование образа артиста сейчас может произойти в любой из твоих социальных сетей. Вот. Хотелось бы, конечно, но клипы остаются на века. Я надеюсь.
да? Они остаются на века. И для этого их нужно делать, как я считаю. Вот. Но сейчас можно стримы, они ведут к заработку. Да, почему артисты, музыканты уходят просто вот в стримы, что они существуют только как музыка и плюс страница в соцсетях. Клипы для артистов, производство клипов для артистов — это траты. Вот и все. Не все могут себе позволить эти траты. Ну, может, хотелось бы, может, клип снять, типа, там, не знаю, за 6 тысяч рублей, там, заплатив только. Можно, пусть. Но, блин, в ТикТок ты это бесплатно снимешь. Да. Понимаешь? Окей. Может быть, и по этой причине сейчас никак там в 90-е или начало нулевых лейблы не вкладываются в клипы. Ну, прям серьезно, когда привлекали, не знаю, режиссеров с мировым именем и все прочее. Сейчас это, наверное, скорее... Имиджевая история. Имиджевая история и желание, в первую очередь, артиста, наверное, вот, ну, исходит. По поводу вложения, вот какая сейчас, не знаю, какой оптимальный бюджет, не знаю, должен быть современного клипа? Вот. Наверное, под любой бюджет можно подстроиться. Да, да, я думаю, да, можно подстроиться под определенный бюджет. Еще вопрос состоит в том, что кто должен заработать с этого клипа? Ну, то есть, если оплачиваешь ты, допустим, только берешь профессиональный свет, профессиональные камеры, профессиональный оператор, к примеру, ну, то есть, а остальные, допустим, все работают бесплатно, это один бюджет. Хотя история может быть, ну, а если еще зарабатывают при этом и артисты, и гримеры, там, и все такое, это уже другой бюджет, хотя идея может быть та же самая. Ну, вообще, наверное, хорошо бы, чтобы артист тоже на этом зарабатывал. Ну, а с чего он может заработать? С интеграции, наверное, да? Ну, спонсорские контракты. Ну, очевидно, да. Ну, плюс монетизация клипа, да, монетизация трека. Все. Поэтому артисты больше зарабатывают сейчас с аудио, чем с видео. Ну, из концертов. Ну, из концертов, понятно, да. Ну, сейчас только с аудио. Но клип — это хороший промо-концерт. Разумеется. Может быть. Разумеется. Все должно быть как бы вкупе, понимаешь? Если у тебя трек никаких больше вечеринок ротировался на радио, в отличие от предыдущих треков «Крем-соды», он, соответственно, тоже аудиторию какую-то подтягивал на просмотр клипа. Вот и все. И тот клип, который мы снимали «Уйди, но останься», он тоже там набрал благодаря этому доп. Просмотры какие-то. Вообще группа как-то вот закрепилась. Давайте в завершение нашего разговора дорогим зрителям вот туда, в ту камеру, несколько дадим напутствий. Я думаю, вот что. Дело в чем. Сама, так скажем, экономическая обстановка в нашей стране, сама, ну, типа, вертикаль власти и все такое, она выталкивает людей, которые хотят что-то добиться, в области, где существует какая-то конкуренция. А это именно творческая среда, в первую очередь, потому что кем бы ни был твои ближайшие родственники, но в творческой среде, мы видим это на примере многих артистов в данное время, ты не добьешься успеха, если не обладаешь определенными качествами. Ну, то есть талантом, харизмой, не знаю, музыкальностью и прочим. Так вот, таких областей не так много. Перед нами сейчас сидят, за нами следят музыканты. Они должны понимать, что они попадут, занимаясь музыкой, они попадут в достаточно конкурентную среду, где есть свои определенные, ну, какие-то правила, какие-то механизмы продвижения и всего прочего. Вот. Если они настолько любят музыку и готовы положить, там, не знаю, какие-то несколько лет своей жизни на то, чтобы добиться успеха, если это вообще цель такая, ну, присутствует, то я желаю всем удачи, желаю всем найти единомышленников обязательно. Потому что каждой певице мы знаем, что нужен музыкальный продюсер и каждому певцу. Вот. Дальше нужен и менеджер, нужны и люди, по ним, с которыми ты найдешь доверие для съемки клипов, например. Вот. Я хочу, чтобы в России было больше качественной, хорошей музыки.
Вот, поэтому творите, не останавливайтесь, работайте. Да. Улучшайте звук, учитесь новому. Если чего-то не умеете, раз вы, подчеркивается, молодые, ну, как бы, молодость у нас тут длится, говорят, до 35 лет, поэтому время есть, вот, все можно постичь. Дорогие музыканты, старайтесь, работайте. Это последний социальный лифт в России, который у вас остался. Либо идти. И получайте удовольствие. Да. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам в гости, к этим двум фанам. Спасибо, что посмотрели этот паблик-ток. Вот где-то здесь или вот здесь будут другие каналы вещания нашей конференции. В общем, смотрите и оставайтесь в курсе дел музыкальной индустрии. Пока-пока. До свидания. До свидания.